Ребята, всем доброе утро. Время, сейчас вам точно скажу, 3 утра. Выходной день. Это единственное, что меня может поднять выходной день так рано, это рыбалка. Вот. Сейчас еду за Димоном, с которым мы частенько, точнее, сейчас очень редко бываем на рыбалке, редко, но метко. Поедем на один очень хороший, как по его словам, прудец. Еще не проснулся даже, ребят. Поспал пару часов и все, пока подготовился туда-сюда. И вот, сейчас я его забираю, и мы мчим на пруд. Я думаю, за минут 40-час мы туда доедем. Так что смотрите, не переключайтесь. А вот он и Димончик. Первый есть. Не, Димон. Сидит. Знаешь, на что взялся? На бойл. Да. На шоколадный. Да, ну не. Сейчас же соберет. Ну, это уже нормуль, Димон. Димон. А, Димон. Амурчик. Нормальный. Киложка есть, Дим. Какой амурчик. Димка, к тебе пошел, Димка. Не вернулся. Карась. У меня аж удочку сорвал, блядь. Иди мне помоги вытянуть вторую донку.
Так, Димон, вон поплавочка лежит. Да ты пиздец, глянь, что твори. Поплавочку убирай. Убирай поплавочку. Бойл мой сработал, Дим. Все, сними эту погремушку. Давай, 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 он там сейчас. Не уйдет, братан. Нихуя себе. Смотри, здесь здоровый есть. По 7, по 8. У меня там монтаж охренный, понял? Так что никуда он не денется. Да, здесь чуть-чуть подкрепили. Вот это надо вместе оставить. Ну, пусть устанет. Вот, без фанатизма. Либо хорош... Тихо, 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 братан, тихо. Удочку не ловок, да? Я успел ее схватить. Я думал, что я ее ногой свалил, понял? Я полез вообще. А я объясню тебе, что работает, Дим. Макай кукурузу в клубничку, понял? Да? Да, у меня вон есть клубничка. Она, видишь, моментально сработала. Тихо, тихо, братан. Карп, да? Угу. Будем взвешивать, нет? Потом, в конце. А то мне сейчас удочки не съедутся еще. Ты чё? Ты глянь, что сучонок делает, а? Да ты катушка. Я понимаю, что катушка, но иначе он... Не-не, братан. Сейчас помучаю чуть-чуть его. Он на финалисте срабатывает. Да я знаю, я вот не могу. Понимаю, если бы он куда-то уплывал бы, работал. Хороший. Так есть? Не? Нет. Да, ну трешку я бы сейчас нахрапом вытащил. Думаю. Конечно. Ты на леску погляди. Дальше отойди сзади меня. Тихо-тихо-тихо. Такой нет. Побольше. Димон, давай краба мне скорее. Есть. Есть сигары, рыбалка, нормально где-то? Уже только за счет этого стоит ехать. Опа. Набойл, да? Набойл. Набойл шоколадный. Набойл. Вот такой. Меласса клубничная. Я его чуть-чуть подзамачиваю в меласе и забрасываю. Я принял решение поплавочки вообще достать. Сейчас заброшу и взвесим того монстра первого, которого мы достали. Ветром сдувает, блин. А теперь не сдуло.
Дима! Ебать, ты видел, сошел какой? А? Набойл, да? Набойл, даже поклевки не было. Решил поменять, бойл перекинуть. Вот пылики мои, парни. Кто там говорил, что какие-то бойлы фирменные лучше, чем мои самокаты. Вот и смотрите. Рыбе, если клевать, она будет клевать и на самокаты. Так что сейчас меняем, и у нас обеденный перерыв. Ты большого поймал на бойл, да? Да, на бойл. Ребят, не успеваю даже камеру включить. Ну, сейчас на удочку недалеко от берега клюнуло. Оторвало нахрен поводок. Причем леска на 3,5 килограмма на разрыв. О, ветерище поднял. И он ее порвал. Подкинуть туда же. Вот так. Так, у Димона там что-то есть. Да. Не знаю, что это такое. Амурчик. Думаешь? Ага. Дай покурю. У меня у самого играют. Так. Давай, карп, карп. Ага. О. Держи кардан. Так, я пойду. Чуть поменьше, на килограммчик. Что, давай, держи удочку, чтобы не запутался, я его сейчас отцеплю. Смотрите, ребятки, какого Димон вытащил, красавца. Вот такой. Димон, очередная поклевка. И... собрал, да? Одну, да, собрал. Крайне убери, потому что это второй. Я понял. На донку идет Дим. Крепче держаться будет. Не вижу ни хера я его. Угу. Держи. Так, ребят, бойлы самокаты мои. Смотрите, они полгода лежали в морозилке. Вот, начали лопаться. Но они свежие, смотрите. А запах... То есть, вон. Вот это, вот так они размораживаются. И вот хорошие бойлы становятся. Поэтому можете не переживать. Смело хранить их. Ничего с ними не будет. Консервантов здесь вообще ноль. Ничего не пропадает. И вот так они прокалываются сверлом. Просто даже можно не крутить, просто вытолкнуть. Да я кручу, чтобы скола вот этих не было.
Ну, я, в принципе, крючку ставлю. Вот такие вот самокатики. Дима! А? Да. И еще и уебают, Дим. Иди мне... Иди скорее, Димка. Вытаскивай поплавочку. Далеко еще? Да, в жопе мира, Дим. На середине. Это хорошо. Сейчас я его помучаю чутка. Не, не надо ее вытаскивать вон на этот, в дно воткни ее, ага, и все. Я думаю, не соберет он ее. Ой, как бы мне в водичку-то не пришлось идти. Да я залез. Я с удочкой имею в виду. Ничего страшного, высохнуть. Да высохнуть-то высохну. А не охоты, да. Люди сидят на том берегу и думают, что за мрази там приехали. Они, наверное, профессионалы. Глянь, бойлами закармливаются. О, привет, друган. Он навстречу идет. Хорошо. Я тебе. Что? Помоги еще. Так я ловлю за бровкой. Прямо если на бровку кладу, понял? То... Давай, 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 братан, ты ж идешь сюда. Ну, небольшой, Дим. А там хрен его знает. Нихуя, так-то небольшой не будет трещать. Они килограммовые. Большой так не будет трещать? В камыши пошел, ты глянь, а? Они, считай, на берегу, он не должен налезть. О, говоришь, небольшой. Большой? Ну, такой же. Думаешь? Угу. Ну, не меньше. Блин. Какой солидненький. Набоил? Нет. Подожди, подожди. Давай, 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 давай. Опанька, привет. Пострижись. Держи кардан. Добрый. Вот. Сказать, пар, за ты мне несколько будет. Вот такой. Хорош. Спасибо, Димон. Да хватит, друг мой любезный. Вот такой вот стоит. Красавчик, ребятки. Смотрите, рот какой. Он уже, походу, где-то клевал и срывался. Да, братан? А у меня-то не ушел. Губа порванная, Дим. Не мною. Два 900. Вот так вот, ребятки.
Давайте, рыбки, клюйте. Оп. Раскрыли. Хоть бойл полностью не растворился, но я все равно их меняю. То есть как бы они дипованные. Дип одного вкуса, бойл другого. И все равно какой-то из этих запахов в приоритете у карпа сегодня. Из вкусов точнее. И поэтому приходится где-то раз, если без поклевок, раз в 30 минут, в час я меняю бойл. Димка перешел попробовать на соседнее место. Не взял столик, думал, не нужен будет. Я себе столик купил, Димон. А, раскладной. Надо было брать, если бы я знал, что тут так. Просто неудобно вот это все монтажи, видишь, на земле. Очень неудобно. И раз. Отлично. Вот, теперь чуть подзакормим, пока. Так. Смочим кобру. Право, ветер, блядь. Нам он не мешает. Бойлы в принципе ровные, поэтому и летят прям вот. Осталось 5 часов нашей рыбалки, чуть меньше половины. В принципе, на данный момент я результатом доволен. Ну, конечно, хочется еще по адреналине потягать. Что на данный момент? Амурчик килограмм 4,90, если быть точным, почти 400. Первый карп и 2,980, что ли, второй. И чистый вес это без садка. Без подсака, точнее. Вот. Ну и по мелочкам. Жду еще поклевок. Хочется еще потягать. Бойлы что-то молчат. Бывает такое, что потянет, тишина. Там ждешь, вытаскиваешь, там карась сидит. То есть 70 грамм груз он стащить не может, хоть и крупный карась. И карп здесь, кстати, какой-то бойкий-бойкий, а в садок потом кидаешь, и он молчит. Амур только там бьется, пытается освободиться, а карп лежит на боку. Ждем поклевок, ждем хорошую рыбу. Хочется 5 плюс хотя бы. Было 2 обрыва хороших. Одна прям мостом вильнула. Я, кстати, вас обманул, ребят. У меня поводки стоят на разрыв 0,22 размер лески. На разрыв 4, кажется. Сейчас, чтобы не обмануть, 4,66 на разрыв. Поэтому я думаю, что-то там хорошее сделать все равно. Будем ждать поклевок. Надеюсь, мы еще возьмем большую рыбу. То есть 4 килограмма это не наш. Наш не предел сегодняшний. Димон тоже взял нормально. Так что ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями и смотрим дальше видео. У меня леска заканчивается. Да. Поплавочек? Да. Сразу же, только закинул, сразу бахнуло. А лески, глянь, сколько осталось. Вот и поплывочек сработал. Бля.
Что там за монстр? Это мой. На нас смотрит, говорит, смотри, смотри. Где? Да вон, стой, в компании. Тут, короче, рыба резкая. И главное ее удержать при поклевке. Давай, красавица Кубань, не подведи. Блять, надо бы удочку не смыкать. Хотя бы домку. Дима, Дима, там, блин, далеко за, наверное. Ну, либо как первый. Ну, ты видишь, что творит? Твою мать. А что мне с ним делать? Я его не могу с места сдвинуть даже. Я тебе варил тут. Тебе весело, а мне пока нет. И на 8 может ебать, и на 9. Потому что он не идет сюда. Мне уже интересно посмотреть на него. А мне, думаешь, нет? Мне его интересно в руках подержать. Пойди, порвать что ли. Хули толку. Дим, смотай вот эту, а. Там бейтранер, выключи его. Потому что он пошел в твою сторону. Я себе ты его отпустил куда? Куда? Аж на середку. На середку отпустил, да, это он так стартанул у меня. Так он сразу стартанул, понял? Нихуя он стартанул. Хорошо, я не дозвонился. Ребята, за такую рыбалку не то что лайк надо ставить. Все, он пошел на меня. Прям вот идет прям на меня, понял? Устал. Устал. Ему больно, и он устал. И тут он подумал, нет, пошел-ка я обратно. Не так уж я и устал. Да. Походу я живу на другой стороне озера. Показался. Где? Я только что видел, он там. Да? И отказался. Все, у меня ноги затрусились, Дим. Давай, 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 давай. Уже полпути прошел. Два раза, Дим, полпути прошел. Он опять стартует, Дим. Ну, пускай сам себе позагоняет еще пару раз. Да, потому что я боюсь, там очень тоненький поводок. Я ничего не вижу, Дим. А, вижу, вижу, все. Был. Прямо уже держит. Блин, что у вас за привычка уходить-то туда, ребят? Я-то не хочу в воду лезть. А придется, наверное. Нет, обратно. Thank you.
не вижу я его, Дим. Сейчас я его подниму. Вот он. Да. Да. Солидный. Гарненький. Держи кардан. Хорош. Вот такая вот рыбеха, пацаны. Это бляха-муха на поплавок. Ребята, это 4,5. Этот мутант весит 4,5. Посмотрите, какой красавчик. Ох, красота. Тоже сходил, верхняя губа повреждена, еще не зажила. У кого-то он сходил. Кому-то он не дался, а я его забрал. Блядь. Спасибо, что обрызгал. Дим. Да. Не очень, Дим. Мелочушка. Ну как мелочушка? Килограммовый, наверное. Да? А иди удочку собери, а? Поплавочку соберешь? Знаешь, где въебал, блядь, аж под тем берегом, Дим. Ух, какой он серьезный, а. Под берег решил нам силу показать, да? Не, братан. Я только сижу и думаю, что-то бойлы молчат, блядь. На бойл ебал, да? Ага. Ух ты, ух ты. То есть ты под сак брать вообще не собираешься, я так понял. Ты сначала подведи. Ты больше, чтобы я туда за ним ходил, что ли? Нет, он вот он, почему туда. О, ай, смотри, нормально. Вот он ее не видит. А? Не видит он ее. Смело заходит. А это хуйным полетит. Да? Угу. Он прям идет плавно, нет. Держи кардан. Но остался один. Юбилейный. Я тебе дам один. Осталось, знаешь сколько? 11. Дима! Дим! А, Дим!
Извини, братан. Я больше не буду. Не, буду, буду. Что тебе сказал, 15 будет сегодня. Я хуею. Бойлы, брат, бойлы. Я тебе сказал. Я, если бы я знал, что тут будет... Ты же говоришь на горох. Если бы я знал, что будет на бойлы, я бы связал бы тебе монтаж и этот самый. И вешали бы бойлы. Это, ребятки, доказательство тому. Я вот парню отсылал бойлы, да, он писал мне, типа, твои бойлы говно, они не работают. Вот что, нам водолазы цепляют, да? Или я что, рекламу делаю сам себе по бойлам? Да я их сейчас не продаю, ребят. Кому надо, если честно, то можете написать. Но особо такого нет ажиотажа на продажу. Причем это запасы с зимы лежат. Сейчас я подмучаю чуть-чуть. Запасы зимы лежали. Это даже не свежак, ребят. Просто подобрать надо вкус, дип. И будет вот такая вот рыбалка. Причем поклевки раз в 15 минут. Он долбит. Снежан, ты тоже извини, но это тебе все чистить сегодня. А ты говоришь, в Охотчик, надо ехать в Охотчик. Я говорил, в Охотчик, он зашел в кусты, Дим. Ну ничего страшного, там нету, они все на берегу пусты. Забирай его. Да. Ух ты, какой он, а! Испугался. Не, дружок, на что, на эту удочку ты точно не сойдешь. Держи кардан, братан. Пятый, юбилейный. Так, хорош. Я не могу. У меня зависимость. Вот такой, ребятки. Ну, это, наверное, самый маленький. Дим! Дима! Сорян, братан. А? Не, я не хотел. Он сам. Убери поплавочку, а. Надо мне такую хуйню делать. Сделаем. Я тебе сказал, я тебе сделаю. Не надо сейчас ее делать. А у меня не с чего. Я сейчас просто повешу, попробую на пулок его. Тебе волос нужен. Я тебе сейчас волос сделаю. Сделать волос? Да давай. Так тоже смотреть неинтересно. У меня вообще ни одной поклевки нет. Я уже забыл, как не выглядит. Сейчас посмотришь. Блин, какие хорошие. Ну вот это, да? Да. Этот парень вообще. О! А может просто то, что далеко кидаешь? Может быть. Стоит там на борту. Да, ты знаешь, у меня вот это стоит тоже так же далеко, на горох, и ничего там нет. Понял. А что ты на горох ставишь? А там волоса нет. А. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, Димон, так он запутался, а он мне спутал этот, другую донку, да? Нет, он у кого-то сошел, видишь, вон крючки,
ты его просто, ты его не поймал. Нет, я поймал его за другую леску. Ты поймал донку. Да, он мимо шел, походу. Вон, у мужиков сорвался. Они только что говорили. Что-то там порвал у них. И тут... Диман! Там пиздюк какой-то, Дим. А что ты мне звал? Ну а он ведет себя как. Да. А сейчас же под конец, может же сам знаешь, что быть. Не пойму вообще. То ли идет в мою сторону. Амурчик. Опанька. Мелочь приятно. Дим! Захвати водичку, а? Воды попить. Да, пока я его подтяну. Где удочка? А водички захватил? Да. А я ее смотал. Дай попить. Что-то либо опять такой мелкий амур. Держи, держи. А то убегает. Не, это карпик. Ну, это ты сам бы мог взять. Ну, я просто, чтобы ты не сидел. Все, ребят, груз мой черный отстрелил. Вешаю другой. У меня таких хороших грузов с собой нету. Приходится вешать этот бутер. На берегу его нету. Ну, остался в воде, остался. Я его сегодня отстрелял. Если вам видно горбы, там нормально. Забрасываем. Осталось 2 часа. Надеюсь, что-то еще выцепим. Кого, 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 кого? Зашел во вторую? Ага. Не успел я ее, да? Он, по-моему, небольшой подход. Шуганулся. Да, забрал он удочки. Это не надо. Ага.
Ого, небольшой. Небольшой, он просто шустрый, вон. А? Просто шустрый. О, все, отцепилось это. Опанька. Так, ребятки, на камере осталось 5 минут записи, флешка заканчивается. Не ожидал, что столько материала сегодня получится. Я рад. В конце обязательно сниму, что мы поймали. Также я вытянул еще одного карася на бойл. Также я вытянул еще одного карпика на бойл. И, в принципе, все. Сразу показываю всем, ребят, и вас призываю к этому. Мусорный пакет. Я собрал весь свой мусор. И чуть-чуть чужого. Сколько тут было. То есть после меня все остается чистым. Это, естественно, все мои снасти. Кстати, у ребят вон там напротив, они орали, что у них клюнул, походу, огромный амур. Клюнул у них зеркальный карп в районе там 3,5 килограмма. И оторвал им мононить, как они орали. Там, да, тут нить была, стояла, но она очень тонкая. Вытащил я этого карпа прям с их снастью. Поэтому если... Сейчас будем ехать домой, и до них недалеко, я обязательно завезу им, отдам. То есть я на такие снасти не ловлю. Это дорожка, ее называют так. То есть я... Ну, не ловлю я на нее. Завезу, ребятам отдам, может, спасибо скажут. Бойлов осталось чуть-чуть. Расходовал немного сегодня, вот что осталось. Ушло килограмма 3 всего лишь. Это на подкормку и на... Этот, на насадку на волос. Бойл шоколад. Мы его, значит, макали в меласу клубника. Давал ему 2-3 минуты постоять в меласе. И забрасывал. Вот такая вот сегодня рыбалка. Бойлы впереди. Вся рыба, которую я поймал, из них один карпик на поплавочку на горох, один амур на фидер на горох. На инлайн был на фидере сход, обрыв был, классный обрыв, если не ошибаюсь, я его снял, и вы его уже видели, если я его снял. То есть получается 3 поклевки, да, 2 реализованных и 1 нет, и все остальное на бойлы. Делаем выводы, господа. Мы пока продолжаем, у нас часик-полтора еще осталось, время не смотрел. Если вытяну какой-нибудь крупный экземпляр, я его сниму после того, как вытяну. Если нет, то уже результаты нашей рыбалки. Итак, ребятки, заключительный карп на сегодняшний день. Клюнул на бойл, второй груз отстрелило. Это хорошо, потому что он зацепился у меня. И сразу отстрелило груз, и парнишка на берегу. Вот такой вот красавчик. Так что я сейчас собираюсь уже, да и время у нас заканчивается. Я сегодняшней рыбалкой рад, попозже посмотрим полный улов. Так, ребятки, я все собрал. У меня 2 садка. Достаем первый. Блин. Ну, здесь карасик и 3 амурчика. Вот такие. Неплохо, я бы сказал. И теперь... Опанька! Чуть не убежали. И теперь достаем... Шедевральный второй садок. Это VIP комната. Я вытянуть не могу, парень. Вот это да. Вот это улов, ребята. Стоять, пацаны, стоять. Вот это улов.